В Рязани владелец швейного цеха незаконно удерживал в неволе и эксплуатировал 13 трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщает Регнум. Правоохранительные органы провели проверку по факту многочисленных жалоб трудовых мигрантов о том, что руководство фирмы «Февраль» отбирает у своих иностранных работников паспорта и не выплачивает заработную плату. В результате выяснилось, что трудовые мигранты из Кыргызстана удерживались насильно в трудовом рабстве путем изымания паспортов. Рабочее время длилось свыше 12 часов, зачастую кыргызстанцы работали по 20 часов подряд. Бесплатным питанием их не обеспечивали, на обеденный перерыв выделяли 40 минут. Тех, кто не успел за это время приготовить пищу и поесть, штрафовали на 5000 рублей. Не на должном уровне было медицинское обслуживание, и оплату труда не производили в указанные числа, констатируют в МВД. Также правоохранительный орган отмечает, что многие трудовые мигранты пытались расторгнуть договор найма из-за тяжелых условий, унижений и оскорблений. Однако работодатели, отобрав паспорта работников, удерживали их насильно, как рабов, не выплачивая при этом зарплату под любым предлогом. Работники не могли выйти за пределы цеха для покупки лекарств в аптеках, так как у них при себе не было документов, удостоверяющих личность, поясняет пресс-служба ведомства. Паспорт медицинский жардам көрсөткөн эмес.